Полицейские поздравили мечей с Днем Святого Валентина. Сотрудники ГИБДД останавливали водителей и дарили им сердечки. Акция «Не нарушай», чтобы не расстраивать любимых, направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Кроме воздушных шаров и магнитов в виде спидометра, автовладельцам вручили памятки с правилами дорожного движения. Инспекторы напоминали, что хоть и штраф придет только за превышение 80-километрового порога скорости, безопасный предел, до которого можно разгоняться в городе 60 км в час.